Добавим, что всего в съезде принимают участие делегаты из 17 регионов страны, и сегодня руководители делегаций также посетили производственные объекты Якутска. Тему продолжит наш корреспондент. В Ямало-Ненецком автономном округе насчитывается 730 тысяч поголовья оленей. Только в этом регионе налажен экспорт мяса северного оленя в страны Европы. Также Ямало-Ненецкий округ активно сотрудничает с концерном «Сахабулт». Именно шкуру, ну, у нас и сами тоже традиционные промыслы достаточно серьезно развиты. У каждой республики народы, в общем-то, это проявление самобытности, культуры, традиций. Обувь очень качественная. И они четко видят, в какой республике сделана обувь, откуда приехал гость, просто по ногам уже даже. Основное сырье для производства унтов, камуса северного оленя в производстве используют от местных поставщиков. Малую часть привозят из других регионов. В других регионах особо нету таких производственных мощностей. Даже если кожевенный вот завод от Урала, это единственное в России. На Дальнем Востоке он единственный. Ну, конечно, для них это очень интересно. Представитель из Чукотки не первый раз в Якутске. Приезжая, каждый раз старается перенять побольше опыта в переработке сырья. Ведь в скором времени на Чукотке откроется небольшой кожевенный цех. Белая такая зависть, молодцы. Вот поэтому уже созрел. Я с вашим директором очень хорошо знаком, поэтому я с ним отдельно встречусь и как бы уже кадрового после ввода вот этого мини-кожевенного завода на специалистов своих будем, то есть к вам сюда вести на учебу, на практику и так далее, чтобы можно было видеть на прилавках чукотских магазинов вот такие же прекрасные товары, как и здесь. Молодцы! Выставки, конкурсы, гонки на оленьих упряжках – эти и другие события ждут жителей и гостей столицы до 19 марта. Юлия Великодная, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.